Всем привет, с вами канал Счастливые Люди. Вот, сегодня возимся, копаемся в парнике. Значит, в том видео, в предыдущем, в котором я показывал, как сажал редиску, как что готовил. Вот, но в итоге нас долго не было, никто ее не поливал. Взошла она такая вот хорошая прям, ботва, без полива. Но с одним существенным огромным минусом. Она ушла вся в трубочку. То есть, фактически, вся вот такая вот. Сейчас твою выдерну, вам покажу. Вот. Ну, в принципе, мы не расстроились. Мы посадили еще. Вот так вот. Ну, ладно, суть не в этом. Хочу показать вам один кустик редиски. Довольно-таки интересный, который вырос. Узлом завязался, короче. Вот так вот. Вот. Из земли растет, завязан узел и пошел дальше за ботвой. Ну такой вот довольно-таки интересный кустик получился. Вот так вот. Ну а в целом у нас редисочка, она вот такая вот. Вот она местами, где влага попадала, там вот она выросла. Вот удлиненный сорт какой-то, я не знаю, как называется. Вот, и потом еще у нас здесь зашло много-много укропа. А, кстати, это сорт редиски назывался «Красный великан», вспомнил я сейчас. И вот так вот много-много большого высокого укропа. Вот. Сколько он? Сантиметров 15, наверное. Вот так вот. Хотя его не сажали, не сели здесь, откуда вырос, неизвестно. Вот показывают. Залетный, да, какой-то, непонятный. Ну, вот такие дела. Вот. Ну, здесь тоже вот наш редисончик. Вот так вот. И тут, значит, у нас в целом укропа получилось вот столько. Сейчас покажу. Вот такой вот ящичек уже сверху. Я тут только вот даже меньше половины еще выдержали. Тут еще вот полно редиски у нас. Вот. Ну и вот еще редисочка такая. Вот такая вот редисочка у нас. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, добавляйтесь ВКонтакте. Пишите, короче. Ага, вот так вот. Радуйтесь нашими успехами и неудачами. Ну, тут, походу, больше как неудача у нас, но успех у нас укроп пошел. Ищите позитив. Ну, ладно, всем пока.